Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в кое-что, чего вы, наверное, никогда не видели. Это Super Mario Bros. для стареньких мобилок, кнопочных телефонов. Например, вот я в него играю вот на своем Samsung, прохожу. Эта игра могла бы стать хитом, она бы точно бы стала хитом, если бы она была бы разрекламирована, там все такое. Но она осталась абсолютно незамеченной, вышла на 2005 году, ее какой-то чувак сделал. Ну, по словам, есть на YouTube видео, называется Mario Mobile Java, ну там по-английски, и такого вы еще не видели. Только это видео есть, других видео про эту игру нет вообще. Я это видео случайно увидел, посмотрел и восхитился. Там была ссылочка в описании. Но я игра очень классная, но я ее чуть-чуть улучшил. Улучшил эту игру. Если раньше она выглядела вот так, называлась в телефоне Юра Марио, и причем еще и без иконки. Я сделал так, чтобы было и название нормальное, и иконка. Вот так вот она выглядит сейчас. И ссылка на именно такую версию будет в описании, конечно же. Давайте начнем. Я играю на эмуляторе. Иконку вот здесь вот вы тоже видите. Иконка, я думаю, красивая. Я думаю, вы согласитесь с этим. Сам нарисовал я иконку. Итак. Перед первым запуском вас сначала попросят выбрать язык вроде бы. Там либо однеркой, либо двойкой выбираем английский или русский. Потом включить звук, потом вас попросят выбрать модель телефона. Там будет представлена Nokia, Sony Ericsson или Motorola еще. И также будет четвертый пункт, это другая модель. Если выберете другую модель, вас попросят назначить кнопки. Влево, вправо выбираете, все просто. Ну и тогда уже начинаете играть. Так, включаем звук. Нажимаем любую кнопку. Вот такой титульный экран. Вышла игра в 2005 году. И чувак, который проходил ее на том видео, единственном, про которое я сказал, он сказал, что эту игру написал он. Если это действительно написал он, то большой респект ему. В 2005 году, но написано QuickSoft. Название очень подходящее для разработчика какого-нибудь. Ну и титульник довольно-таки неплохой. Игрушка также подходит почти под любой телефон. Вообще почти под любой. У меня на всех, на которых я пробовал, на всех запускалась. Правда, вот на Siemens, на M65 Siemens пробовал. Она там играется, но через некоторое время зависает. Ладно, давайте начинать. Можем выбрать уровень. Уровни разблокируются по мере прохождения. По ходу прохождения. Всего их 33, я дошел до 13 пока. Ну а всего я проходил до 22. Доходил и не смог пройти его. Там какой-то вообще странный лабиринт, я его так и не прошел до сих пор. Как мы видим, графика здесь улучшенная. Гриб все время уходит в противоположную сторону, в которой мы стоим. Графика, видите, реально действительно улучшена. Марио здесь покрасился в более такие естественные, что ли, цвета. Ой, не получилось. Ну и ладно. Короче, здесь другой абсолютно геймплей. Ну как, геймплей это тот же, также все играется, та же самая физика и все такое, почти та же самая физика. Но здесь немножко другая цель. Здесь надо не просто добежать там до конца, прыгнуть на флаг. Здесь надо собрать все ключи и только тогда уже пойти на выход. Пока мы не соберем все ключи, мы не пройдем уровень. Это примерно так же, как на той самой знаменитой игре Bones на Nokia, где надо во все ворота запрыгнуть, а уже потом идти в конец. При нажатии на
девяточку или ту кнопку, которую вы настроили на выход, мы попадаем в меню, где можно с помощью циферок, во-первых, начать уровень заново, начать игру заново, начать новую игру, настройки. Вот настройки, что нас интересует. И, ну или выйти из игры можно, а можно и продолжить. В настройках, ой, что я сделал? Короче, я нажал не на ту кнопку, и поэтому эмулятор выключился. Надо... Нажимаем тройку, здесь целая куча настроек. Единичка — это громкости звука, причем язык русский или английский. Можно настроить клавиши, нажимав на тройку, задержку, пропуск, я не знаю, что такое, пропуск кадров, что ли, или что-то. Масштаб, можно масштаб увеличить, сделать крупный или мелкий. У нас он и так мелкий. Экран, автомат, экран, можно выбрать разрешение, можно удалить все уровни. Удалить, я имею в виду сохранение. Ну и давайте продолжать. Так. Берем цветок, ну и можно стрелять, конечно же, и убивать врагов. Там, по-моему, еще одна труба есть, туда. Монетки, конечно же, есть, только они, правда, в этой игре ничего не дают. Жизней тут никаких нету, они тут бесконечные все время. Просто, если проиграть на этом уровне, ну, потерять жизнь, то... Точнее, не потерять, тут же нету жизни. Если просто проиграть на этом уровне, то просто придется его начать заново. Никаких чекпоинтов нету здесь, просто надо будет начинать заново, собирать заново все ключи. Вот на Nokia, где разрешение 128 на 160, вот это Nokia C102 у меня, там я поставил, там масштаб был крупный. Ну как бы приближенная игра. То есть мы на экране видели немножко меньше, чем сейчас. Вон, видите, даже звезда есть. Правда, ее поймать тут немножко тяжелее, чем в оригинальном Марио. Из-за того, что она уходит все время не туда, куда нам нужно. Ну и фиг с ней, короче. Залазим в эту трубу. Ой, вот это засада была сейчас. Надо было подождать, пока он отойдет. Я не подождал. Но в настройках, конечно же, он... можно мелкий масштаб поставить. Я поставил мелкий. Реально, экран отдалился, но качество текстур стало намного хуже. Видите, тут, кроме того, в игре появилось гораздо больше разнообразия, чем в обычном Super Mario. Видите, вот небо больше как бы на закат катит. Вода вон анимированная еще. Тоже очень круто. В первом Марио она не двигалась. Сверху, кстати, забыл сказать, что у нас сверху на интерфейсе. У нас ограничение по времени есть по-прежнему. Никуда не делось. Сколько монеток, как я уже сказал, они тут абсолютно бесполезные. И флаг. Флаг зелененький. Это какой уровень у нас по счету сейчас? Ну и ключ. Это сколько ключей нам осталось собрать. В этой игре гораздо больше реально разнообразия. Тут уровни реально не похожи друг на друга, так сказать. Так, и мы заходим в большой замок. Сейчас тут будет уровень с замком. Опа. А вот и зависнет сейчас все. На эмуляторе что-то игра зависает. Приходится перезапускать эмулятор. Но благо... сохраняются уровни при этом. Так, запускаем четвертый уровень. Правда, вот мы за маленького Марио теперь, правда, к сожалению, играем. На эмуляторе паршиво немножко работает, но на других телефонах, на Самсунге, он на моем, на Самсунге, кстати, чуть подтормаживает. На Sony Ericsson, на всяких, там все будет работать нормально. На Siemens вот зависает.
уровней с замком, они, кстати говоря, немного особенные. Здесь немного необычно. Чтобы пройти, там надо именно Боузер, чтобы упал в лаву. Победить огнем его огненными шарами его нельзя. Нужно именно, чтобы он упал в лаву. Для этого надо и надо его приманивать. Ой. Просто идите от него, чтобы он шел за вами, и он должен упасть в лаву. Желательнее всего сделать так, чтобы прыгнуть на этот топор именно в тот момент, когда Боузер находится на том мосту, который рушится. После того, как Боузер упадет в лаву, вы пройдете уровень. Так, ну и все, этот уровень заканчивается тоже. Никуда не делись и подводные уровни. Правда, вот музыка почему-то из третьего Супер Марио на нем играет. Ну, в принципе, все равно неплохо. Подводные уровни тут не менее сложные, чем в оригинальном Супер Марио. Такие же бесячие еще. Враги вот, правда, могут где-то застревать в кораллах там. И это реально помогает даже в некоторых местах. Не, вот, я серьезно говорю, вот эта игра реально бы стала хитом ей, будь она разрекламирована хорошо. Да. Надо как-то отманить отсюда его, только вот... Да, видите, сложно, сложно. Без огненных шаров тут. Не будем туда слишком сильно заскролливать экран, чтобы не появился этот кальмар. И не помешал нам тот ключ взять, который мы уже взяли сейчас. Так, вот здесь немножко гриб недорисованный. Ну как, рисованный, просто видите там квадратик, так, квадратик синий как бы за ним. Ой, я назад случайно туда залез. Вот этого вот кальмара сложно пройти. Не потратив грибок. Так, сейчас мы войдем в этот уровень, и у нас опять все зависит. Опять надо перезапускать. Так, интересно мне. Ну хотя давайте, знаете что? Давайте сразу на 7-й уровень перебросим, он уже у меня сохранен. На всяких Sony Ericssonах, ну всяких 2005 года, например, 2006. Там ничего не будет. Так, там такого зависания не будет. Так, вот тут уже потяжелее. Тут, видите, появился лакит, укидающийся дикобразами, вот этими шипастыми. Ай! У него, кстати, он, кстати, немножко перекрашен, немножко в другие цвета. Но убить его немножко полегче, чем... Первом Супер Марио. Ну и все. Уровень закончился. Видите, тут небо такое пасмурное уже стало. И облака больше на тучки похожи. Так, следующий замковый уровень. Да блин, что мне все пишут все подряд, блин. Ай, блин, как досадно-то, как досадно. Так, перепрыгиваем Боузера. Только бы не... Да блин, ну как? Она же сверху надо мной была. Как она меня задела? В оригинальном Марио она бы так не задела меня. Так, взяли в этот раз.
Гоним давай. Кстати, здесь огненный сгусток Боузера, ну, огонь, которым он пуляется, сделан правильнее, чем в первом Супер Марио. Там огненный сгусток, если летит вперед, то логично, что хвост пламени оставаться должен за ним. Однако там, в оригинальном Супер Марио, хвост этот почему-то впереди. А здесь правильно вон сделали. Так, прошли. Так, вот, а вот и зимние уровни. Зимний, так, мир, так скажем. Правда, тут нигде не обозначается, что мир какой-то. Там здесь просто уровень. Номер уровня обозначается. Видите, тут даже переработан этот геймплей. Здесь скользит Марио на этих поверхностях. Это довольно-таки круто. Это действительно круто. Этого очень сильно не хватает оригинальному Марио. Блин. Как, и не на... как вот мне не нравится, что гриб уходит все время в другую сторону, а не в ту, которой я стоял. Так, надо два ключа взять еще. Враги здесь все вроде бы на месте. Правда, вот цветы пираньи стали красными. Хотя во второй части Super Mario, ну та, которая более известная как Lost Levels, там были, помимо зеленых, были красные пираньи, которые... Так, не допрыгнул. Наверное, надо отсюда прыгать. Так, ну и... О, повезло. Все, прошли. Мы, конечно же, всю игру с вами не пройдем, потому что, вот, к примеру, 22 уровень, я понятия не имею, как пройти. Тот чувак, который проходил эту игру, ну, единственное видео на ютубе, он там этот уровень прошел, но очень долго тоже не мог понять, как проходить. Хотя, по его словам, эту игру сделал сам он, но не помнит уровень мной. Что немного странно, хотя... Если игра вышла в 2005 году, а он снимал это видео в каком? В 2017, по-моему, или в каком, я не помню, в 2015. Не помню, если честно. Том мог бы, конечно, и забыть. Бонус время 35. Это типа к следующему уровню добавится еще 35 секунд дополнительного времени. Во, новый враг. Гумба Дьявол, который двигается быстрее, чем другие гумбы. Блин, вот этот уровень было бы гораздо легче проходить с огненными шарами. Реально было бы легче. Да, вот, видите? Вот огненными шарами их перебить бы всех просто и все. А тут придется помучиться чуть-чуть. Да что ж ты будешь делать, а? А, еще и звук пропал. Это значит, что игра опять зависнет, и мне придется все заново начинать. Я, кстати говоря, не помню, какой это был уровень, так что придется, видимо, поискать. Так, если я не ошибаюсь, это был первый, второй, третий, что ли? Да, третий, вот этот. Это я по мирам, типа, считал. Тут-то каждый четвертый уровень это замок. Также уровней всего 33. То есть на один уровень больше, чем в оригинальном Марио. О, отлично, тут никто не мешает взять этот ключик. Так, залазим в эту трубу. Так, отходим. Так вот.
Надо прыгнуть на эту черепаху, чтобы... взять этот ключ. Так, лучше встать чуть-чуть левее, чтобы гриб упал прямо вот сюда на нас. О, слава богу, нас не задела эта фигня. Так, ну и все, можем тут заканчивать уровень. Отлично, отлично. Так, ну и вон даже логика он есть. Замок здесь, замок тут тоже холодный, ледяной. И тут вместо лавы вода, которая выглядит реально таким холодным цветом. А, отлично, прибили. Этого тоже прибили. Ну и чуть-чуть давайте наверх. Там будет рыбешка, которую было бы неплохо замочить. Так, Боузера, напоминаю, нельзя убить огненными шарами, сколько по нему не стреляй. Так, ломаем топор. Ну и все. Так, тут тоже либо закат, либо рассвет. Я не знаю, на что больше похоже. И тут, видите, кусты вот эти уже всякие. Даже, и даже лоза вот эта. Она здесь уже, видите, такая оранжевая, осенняя, так сказать. Это реально очень круто. Реально вот круто. Вот с пушками, вот пушки... здесь гораздо более опасны, чем в оригинальном Марио, потому что они тут стреляют сразу же, как только я попадаю под дуло. Они стреляют сразу же, как только игрок оказывается под дулом пушки, так сказать. Так, взяли. Запрыгиваем на... и чтобы нас пушка не убила. Пушки тут реально, их сложно проходить. Так, а вот и подземный уровень. Вот это уже больше похоже на лабиринт. Ну давайте туда сначала пойдем. Здесь три ключа надо достать всем, конечно же. Давай, залезай туда. Что-то мне подсказывает, что мы не туда сначала идем. Если бы мы туда зашли, мы бы взяли бы ключ слева, конечно, но... мне кажется, нам рановато. Надо сначала нижний взять. Ой-ой-ой. Ой, давай. Залезай. Ну да, правильно мы сделали, что вот сюда надо сначала было сюда пойти, потому что вот здесь есть ключик. Ну а теперь надо уже по той дороге, которой сначала шли идти. Да давай, залезай ты, блин, уже. То видео, на котором вот это прохождение было единственное, там всего 1000 просмотров. Конечно же, кто узнает про эту игру? И комментариев там вообще нету почти.
Так, я не знаю. Ой-ой-ой, осторожно. Ну, комментарии, точнее, там есть, но их очень мало. Так, осторожно. Так, и в какую трубу нам лучше пойти туда? Может? Нет, там конец. Там выход. Он еще пока закрыт. И нам надо теперь в эту трубу. Пипец. Ее нельзя было убивать. Ее надо скинуть, чтобы она кирпичи разломала. Блин, но придется сдохнуть. Нет другого выхода. Ладно, идем сюда. Тут хотя бы по урапу можно взять. Я имею в виду гриб и цветок. Терять нам особо нечего. Жизни нету тут в этой игре. Насколько я помню, тут, насколько я знаю, тут надо также на последнем уровне мы также спасаем принцессу вроде бы. Потому что я в файлах игры находил спрайт принцессы. Там была принцесса из Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, который американский. Который на первый Марио вообще не похож. А, ну и в третьем она также выглядела, Super Mario. Так, в верхнюю комнату можно зайти, но там вообще ничего нет, она бесполезная. Так, берем цветок. В трубу можно вылезать, даже если там цвет... Ну, это пиранья есть, цветок пираньи. Потому что, когда мы будем вылазить, она пропадет. А, погодите, мы рано еще лезем туда. Мы еще тот ключик не забрали. Блин, я забыл про... Как досадно-то, как досадно. Так, и скидываем черепаху туда. Правда, вот теперь надо умудриться прыгнуть так, чтобы нас не задело. Ну, хотя это легко. Так, тут не вылезает пиранья? Нет. Так, ну и берем последний ключ. И выбираемся из этой ловушки, так называемой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой! Повезло, повезло, повезло. Так, пружины. Пираньи, кстати, вылезут, даже если мы стоим на трубах. Так, ну и все. Вот выход. Обалдеть, у нас времени сколько? 500 секунд, блин. Ай, блин. А, ну зашибись. Теперь придется опять все перезапускать. Это просто бесит меня. До какого мы уровня-то дошли? До 15-го, да? Яркий денечек. С розовыми
Ого, как мы ее замочили сейчас облачками. О, новый враг. Летающий жук Bubbles. Или как он там называется правильно? Не помню. Гриб мы не взяли. Но ничего. Главное, что убили этого Лакиту. Так. Новый пауэрап. Гриб, который дает... который дает прыгнуть высоко. Да что ж ты будешь делать, а? Ну это бесит тоже вообще. Да и не смешно вообще, реально. Да блин, ну вот, что это такое? Да ё-моё, ну, до этого ключа не допрыгнешь. Так просто. Вот до того, который снаружи. Поэтому надо взять тот зеленый гриб, чтобы до него допрыгнуть. Надо только умудриться не сдохнуть под этими дурацкими рыбами. Которые вообще почему-то из-под земли вылетают. А не из воды, как должны быть. Даже если мы потеряем вот этот, станем маленьким, ну там коснемся врага, мы все равно будем еще прыгать высоко. Мы прыгаем выше, взяв этот зеленый гриб. И это очень... А, стоп, мы не туда идем. Нам надо в тот большой замок же идти. Ой, ну и ладно. Все равно надо обойти этих врагов. Так что хорошо спрятались. Так, ну и все. Заканчиваем уровень. Так, запоминаем. 15-й, следующий 16-й. Так, вот тут уже немного необычно. Надо туда пройти. Так, желательно бы подождать пока... А, давайте пойдем. Надо прыгать. Заставить надо Боузера тоже прыгнуть вместе с нами. Только вот... Момент этот сложный. Надо сделать так, чтобы Боузер спрыгнул на мост вот этот. И тогда добежать назад до топорика и коснуться его. Только тогда Боузер упадет. А так надо, чтобы Боузер... Боузер-то прыгать тоже умеет. И надо заставить его... Ай, да ё-моё. Зашибись. Еще и перезапускать опять придется все. Если мы коснемся топора, то мост исчезнет, и мы не сможем тут уже ходить. Так что... Нельзя его касаться раньше времени. Давай, Боузер, пожалуйста, прыгай сюда. Так, все, он упал вроде бы. Идем. Идем и ищем топорик. Отлично, прошли. О, видите, еще более темное небо стало. И вот этот уровень реально сложный из-за этих дурацких пушек. Он сложный. Сразу же, как только оказываешься под дулом пушек этих, так сказать, они сразу же стреляют. Облачко, на котором стоит пушка,
грустная. Все. Заметьте, кстати. Вот этот ключ взять довольно-таки трудно, потому что как только... Но в этот раз повезло. О, и в этот раз тоже повезло. О, тут тоже повезло. Что пушка нас не убила, мы каким-то образом сами сломали ее. Так, а, нет, цветы тут вылазят. Ну, пираньи, в смысле, правильно их называть. Вот тут не очень хорошо видно, где кумы вылезают. Так, ладно, удачно. Сложная игра, но интересная. Всем, всем рекомендую поиграть. Так, достаю, берем ключ. А, блин, Гумба дьявол. У нее есть рога, он черный, но их не видно в таком вот подземном, под землей, под этой. Так, здесь где-то пауэрап вроде бы последним что ли блоке или нет? Или в тех, может быть. Да, вот. Так, еще один ключ, видимо, он там где-то. Вот он. Так, теперь надо выбраться отсюда. Ой-ой, нам, по-моему, вообще не в эту трубу надо. Ой-ой, не наткнуться на эти пираньи нельзя. Так, ждем, пока они все уйдут. И тогда уже идем. О, прошли. Отлично, прошли этот уровень. Я долго его, кстати, не мог пройти, когда первый раз играл. А тут повезло очень. Так, а вот и ночной уровень уже. Где небо все темное, но облачка по-прежнему светятся. Так, на этом уровне появляются братья-молотки, самые сложные враги в этой игре. Так, плывем, 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 берем этот цветочек. Давайте убьем черепаху и идем дальше. С огненным цветком этот уровень пройти будет гораздо легче, потому что мы их просто возьмем и убьем. Вот и все. То так этот уровень реально пройти очень тяжело. Без цветка. Тактику надо хитрую продумывать, чтобы пройти. Блин, вот это вот место вот уже потяжелее, потому что я ненавижу этих дикобразов. О, как она меня сейчас не задела. О, блин, ну... Ну ничего, главный уровень пройден. Так, ночной подводный уровень. Очень необычный. Что тут вода вон такая полностью черная. Прозрачная, можно даже сказать. Так, надо выманить кальмара оттуда. Так, берегись шипастых дикобразов. Сказать тут можно.
Берем их. Берем эти кир... вот этот ключ будет трудно достать. Ну да, мы все равно проиграли. Как же так-то, а? Да блин. Ну зашибись, опять перезапускать надо. Фух, ладно, может, ну её нафиг уже. 40 минут прошло. Прошли целых 18 или 17 уровней. Сколько там прошли мы? Да, 18 уровней мы прошли. Может быть, как-нибудь я сделаю вторую часть. Если как. Если сам смогу как-нибудь за кадром пройти игру. Ну а на сегодня мы закончим. Ссылку на эту игру будет в описании. Очень рекомендую. Ну и всем спасибо за просмотр. Ой, извините, с вас лайкосы и подписывайся с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримерский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!